И всем привет, с вами Александр Навасов. Сегодня мы играем в редактор Far Cry 5. Уничтожение домов номер 11. Вот такое новое расширение. Я снимаю вот 33-е прохождение в редакторе. В общем, теперь будут такие видеоролики всегда с таким расширением. Итак, штурм. Получается, МП5СД. Есть кошка. Все, давайте. А перед просмотром данного видеоролика поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Навасов. Ну, я начинаю. Так, побежали. Путешествие. Эвакуация такое. Эвакуация. Погнали. Так. Это что такое? А! Вот, хотел показать-то. Вот. Всякие леса. Всякая фигня. И огромная такая фигня. Я не знаю, вернусь я или нет. Хочу вам просто показать. Вон. Туда, куда мы будем сейчас спускаться. Я не знаю, как камера снимает. Надеюсь, нормально. Но туда мы сейчас будем спускаться. Просто да пипец будет сейчас. Так, погнали. Давайте. У нас нифига нет, кроме этого оружия. Я с него еще, ну, редко дострелял, но все равно. Ладно, у нас есть трос. А почему он здесь? А! Ну, нас учили этому, и поэтому... Ну, наверное, лес-то вы видели уже весь. Наверное. Погнали. То есть, такая офигенно огромная фигня. Просто в землю такая вот. И туда будем мы спускаться. Это офигеть просто. Это в горах все, блин. Капец какой-то. Спрыгиваем. Так, спрыгнул. Вроде все нормально. Это просто офигеть. Так, а что дальше? Так. В смысле? Я падаю? Нет, я не упал. А чё дальше куда? Охренеть. А там город какой, смотрите. Это просто, смотрите, вот просто в... Как это вообще делали? Если даже подумать. Так. А он еще один трос, а как я до него допрыгнул? А в смысле, как я до него допрыгнул? Ладно, еще раз. Может, я что-то не понял. Ну, хотя вряд ли. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, погнали. Выбегаем из кустов. Сразу направляемся туда, потому что здесь ничего интересного такого нету. Кроме оружки моей. Оружка такая просто. Так. Сюда бежим. Прыгаем. Как мне добраться до вот этого вот второго троса? Так. О, нифига. Нифига! В смысле? Я не понял. Блин, я не знаю. Бежим! Бежим! Так, окей. Продолжаем дальше. Давайте. Побежали. У меня должно получиться, ребят. У меня должно это получиться. Давайте. Какая-то... Неужели я... Не дойду до этого города странного. Вроде я все правильно делаю. Я спускаюсь по тросу и должен потом прыгать туда. Ну куда? Ну куда ты бежишь? Почему ты не долетаешь? Почему? Я не понимаю, что произошло. Почему он не долетает? Блин. Ладно, давайте еще раз. Сейчас должно все получиться, все нормально. Так, штурм, погнали. Я еще до врагов не дошел. Я по тросу не могу спуститься, блин. Это вообще это, прикол. Ну да ладно, пройдем. Так. Потому что здесь тросов больше нет нигде, смотрите. Нигде нет. Так, сюда мы выпрыгиваем. Так, я падаю. Ну, почему так происходит-то, блин? Почему я падаю-то с этой горы-то? Блин, я не знаю. Еще по городу, наверное, надо ходить кого-то убивать. Ладно. Назад! Отступаем! Погнали. Должно ведь как-то это, я не знаю, делаться. Я не знаю. Это странно очень. Или что-то не то, я не знаю. Тросов больше нету. Есть один трос, и вот второй трос там. Если видно вам. То есть мы спускаемся по одному тросу. До конца. И теперь... Есть! Есть!
Я это сделал. Это просто, смотрите, охренеть просто. Так, и чего мы куда спускаемся? Нифига, меня палит кто-то. Кто-то уже. Так, вообще идеально спрыгнул. Прикол. Так, а чё я? Какой-то город? Маленький какой-то город внутри какого-то, вот этого вот огромного какого-то, я не знаю, как его назвать, вырубленного в горах, какая-то шахта, что ли, или как ее назвать? Я даже не знаю, как ее... Так, а чё здесь такое? Так, сюда я спустился, это понятно, так. Окей. Что там, другого выхода нету нигде? Понятно. Погнали. Блин. Все, упаду опять и придется заново начинать. Не. Так, там какая-то дорожка, что ли? Никого нет. Все тихо. Блин. Че, нет никого? Тихо. Я кого-то слышу. Или это я? Не знаю, город офигенный. Там какая-то... Там какие-то радио эти хрени... Вы смотрите, радио... Три... Тихо, там кто-то есть. Еще какие-то радио хрени. Да ладно. Так, и что там? Спрыгнуть надо? Не знаю. Там что-то разговаривает. Тихо. Тихо. Вот он. Тихо. Тихо. Я понял. Укрытие. Нас никто не должен заметить. Все, мы должны пройти тихо. Глядите в оба! Что-то странное творится! Прячется за здание! Тихо. Один. Второй там где-то. Не попаду. Нет, не попаду. Ранен. Давай, давай! Я ранен! Помогите! Боже мой! Мне нужна помощь! Тихо, меня запалили. Еще одного. Я уже просто мастер. Давай, лезь. Ну, еще упал оттуда. Обратно. Парни какие-то. Че, весь город такой, что ли, где они? Офигеть. Давайте выйдем отсюда. Тут же все. Пули. Забираем пули. Настолько есть это. Ладно. Мне достаточно этой пушки. Мне другие не нужны. Погнали. Тихо, меня кто-то палит. Как я его не заметил? Как я не заметил его? Они здесь ходят по городу, я вам говорю. Возможно, там кто-то есть, я не знаю. Ребята какие-то странные. Ладно. Здесь, видимо, какой-то или завод, или какая-то стройка, в общем, я не знаю. Какая фигня, короче. Давайте запрыгнем. Так, куда он лез-то?
Залезаем. Берем пушку. Нам надо сюда. У нас эвакуация. Достигнет сезонной эвакуации. Ну что? А, там враги. В смысле? Опять придется таблетки пить. Так, раз. Два. Три. Да, вот так. Четыре. Четверо? Нет. Так. Так, значит, три. Раз, два, три. Блин. Мы победим! Опа. А это был уже пулеметчик, по-моему. Так. Что там, лута никакого нет? Какие заводы, смотрите, какие-то здания такие. Давайте осмотрим город. Потому что нам надо туда. Куда-то. Нам же важно туда. Смотрите, как скрыли-то это место. А что здесь такое? Смотри, какие-то здесь ящики. Какая-то фигня, смотрите, какая-то фигня, короче. Стулья какие-то. Фигня какая-то. Ладно, пока что мы до туда не дойдем, я не знаю, потому что концовка будет. Давайте оббежим город просто. Пока я никуда не тороплюсь, давайте. Просто посмотрим, есть там кто или нет. Какое-то их не здание, смотрите. Тут, видимо, где они живут. Какое-то здесь все в деревьях, почему-то так и должно быть, что ли? В деревьях и здание, смотрите. Здесь какие-то кук. Что это за фигня? Что это здесь делать вообще? Это какая-то, я не знаю даже, как это описать. Здесь какая-то какие-то эти. Очень все странно, ребят. Очень все странно. Так, видимо, это какая-то фигня. Так. Второй этаж там есть. Ну, я не буду осматривать это здание, это тупо. Каждое здание осматривать. Мне надо, чтобы я не попался на врагов. Дороги, смотрите, сделаны. Потому что это явно дорога. Это вот. Вот гора. Вот цвет горы. А вот это уже дорога идет какая-то. Здесь какая-то. По-моему, я кого-то слышал. Да. Этот кто-то там? Не надо со мной шутить. Да-да-да, он там. Сейчас с ним поиграем. Тихо. Тихо, где он? Нету. Кто здесь? Так надо убивать. Так. Я тебя найду. Переходим на темную сторону. Нет. Так, заберем пока что сюда. Кто-то здесь точно ходит, ребят. 100% здесь кто-то ходит. Здесь здание, смотрите. Поймаем сейчас этого дурака. Здесь реально какая-то фигня, ребят. Вот и уничтожен враг. А что он там стоял? На какой-то этой фигне. Не знаю, как описать эту фигню. Короче, смотрите, я оттуда спустился. Здесь город, я по всему городу сейчас хожу, бегу. Так, еще кто-то.
Еще кого-то я нашел. Да, и видимо он впереди меня. А из-за деревьев я не пойму, где он. Тихо. Тихо, тихо. Вот он. Тихо, тихо, тихо. Убираемся к нему. Перебьем паршивых овец. Вот и все. Так, это сколько я уже убил-то их, блин. Они тут по всему городу, по-моему. Так, это что такое? Уже какое-то здание. Здание, смотрите, реально какое-то. Тут все сломано, и что-то какое-то. Туда можно застрять там где-то. Здесь тоже такая же фигня. Что за фигня? Тут, видимо, должна быть какая-то фигня. Вот это ее нету. Так, ну, по-моему, я всех убил, я не знаю. Кто-то еще ходит. Потому что мы еще не обошли всю карту. Потому что это пипец какой-то, ребят. Я пока что встретился с... Сколько я там убил? Даже не знаю, сколько я убил уже. Тоже какие-то, смотрите. Там дерево какое-то. Деревья, лес. То есть за лесом, в горном лесу, какая-то вот такая вот фигня. Сюда. Здесь какие-то ток здесь. Чтоб свет был. Какие-то фигни. Кстати, ребята, заметили здесь какая-то вода, что ли, или что такое? Звук как будто воды. Вот, я бегу, звук воды. Реально. Здание обгоревшее или просто кажется, я не знаю. Нет, оно реально какое-то не такое. Нет. Просто какой-то. Ангар или склад какой-то, склады, может, какие-то. Жилые здания, не знаю. Вот, вот это вот реально обгоревшее какое-то здесь, наверное, что-то взрывалось у них. Сразу, там никого нет. Там какие-то у них коробки ихние. Ладно. Так, здесь тоже какая-то фигня. Не знаю, не буду это на это тратить время. То есть вот такая вот какая-то карта появилась, я не знаю, так, так. Здание. Давайте уже доберемся до этой фигни. Может, там есть что-то интересное для нас. Так, здесь точно дороги, вот смотрите, есть дороги, вот она, дорога. Еще дорога. Вот, а это другая уже дорога. Опять та же дорога. То есть, если побегать по всему городу, то можно что-то найти. А это здание вообще на одних палках держится, вообще капец. Какие-то такие хрени, какие-то там тоже все развалино что-то. Короче, здесь, наверное, кто-то жил, или это жили враги только, но, блин, пипец какой-то. Это реально город, ребят. Это вот то, что вот это вот все бегать можно здесь везде. Я не хочу на это долго тратить время, но все равно это прикольно. Вот смотрите, можно по дорогам побегать. Солнце. Солнечная сторона. Ну, выйти осталось. Ну, смотрите, это там как-то... ну, то есть... Там тень какая-то идет. То есть оттуда. А здесь уже светло. Прикольно, ребят. Так, здесь тоже какие-то склады. Здесь вообще каменная какая-то фигня, я не знаю. Речка, что ли, какая-то от речки. Не знаю. Здесь тоже какое-то здание. Так, здесь эта фигня. Давайте вернемся туда. Такая бочка. То есть они здесь жили, эти враги, и, блин. Теперь я их нашел. То есть мы вернулись оттуда, откуда начали. Если тут походить по всем зданиям, то это будет дольше. Но я смотрел всю карту, мне пока что все понравилось. Тут можно везде полазить. Тоже какая-то комнатка. Так, здесь они все заставили. Так. Так, и что, надо сломать эту фигню? Давайте постреляем в нее. А в смысле, стулья ломаются?
патрон. Смотрите, у них стулья даже в этой фигне. В досках. Нифига, это какой-то этот. Ребят, это какой-то... Что, это бункер или что? Как вы думаете, ребят? А там дверь даже какая-то. Так, я кого-то убил. Смотри, там дальше что-то еще идет. Там какая-то дверь еще. Погнали, ребят. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. И если на этом видеоролике наберется 100 лайков, то я выпущу следующий видеоролик об этой карте, как я буду ее проходить. Ну и всем спасибо. Еще раз всем удачи и всем пока.